В 11-м лицее Ульяновска открыли парту героя. Ее назвали в честь одного из выпускников школы, героя специальной военной операции Виталия Лампеева. На парте размещены фотографии героя, его биография и заслуги перед Отечеством. Сегодня мы проводим такое мероприятие. Во-первых, открываем парту героя в рамках общенационального проекта памяти Лампеева Виталия Андреевича, выпускника нашего лицея, который героически погиб в зоне СВО. Право сидеть за таким столом получают лучшие ученики школы. Первым удостоился такой чести семиклассник Игорь Сахаров. Перед своими одноклассниками и гостями мероприятия лицеист принял присягу. Я, Сахаров Игорь, перед памятью павших героев Отечества, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь чтить память героев нашей Родины, быть патриотом своей страны, быть честным и справедливым. Клянусь быть примером для младших в учебе и дисциплине. Активно принимать участие в жизни школы, города и будущем своего государства. Клянусь достойно нести звание лицеиста, не посрамив память погибших героев. Клянусь. Педагоги 11-го лицея помнят Виталия как активного мальчика с добрым сердцем. После окончания школы наш герой поступил в военное училище, а затем служил в вооруженных силах. С начала мобилизации мужчина служил в составе разведроты, был снайпером. 10 марта 2023 года при выполнении боевого задания его группа попала под минометный огонь. Когда объявили всеобщую мобилизацию, он сразу пошел в военкомат сам. И сказал, что если что, он готов идти, потому что он у нас... В военном училище учился, правда, не закончил. Потом дослуживал в армии, то есть, в принципе, он был готов. Подобные парты открываются по всей стране. Цель проекта – сформировать у школьников уважительное отношение к истории нашей страны и ее героям. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.